Девольт, Деволт, угловая шлифмашинка. Две 400, вот. Красная, это мотать однозначно. Тут вроде зеленая. Может быть, подшипничек. Этот нормальный. Может быть, подшипничек. Этот нормальный. Нет центров. Схема. Зачистил вот это самое крайнее намотано. Последние были они намотаны. Наум.
щетки между между статорными катушками. Реакция якоря классическая должна быть. Отсюда вывода или отсюда вывода. По минимуму сопротивления. А тут что? А тут больше ома. Значит, где-то отсюда. Похоже, что вот это. Вот это вот последнее. Вот я ее вызванивал, вот она. Оторвал я ее вот отсюда. Раз, два. Со второй. Раз, два. Со второй я ее оторвал. Она вот тут была. А она звонится вот только с этой. Это значит, пошла она сюда. То бишь она вот тут несколько оборотов сделала и вышла вот она здесь. А я ее оторвал с первой. Так, ну засверлился я тут всю эту их заливку. Вот это вот оторвано было, это первое, это второе. Вот звонится там в глубине минимум сопротивления третье. Вот сюда идет, правее идет все. Диаметр 0,7. И с этой стороны нет центра. Срезаю старые обмотки.
за 10 витков прожжены несколько ламелей. Это у меня большая. Не влезет, надо 34, а это 36. И это в притирку. Ха-ха-ха, а у меня, оказывается, есть якорек от этой ушенки. И коллектор я уже с нее сдернул. Можно там, конечно, маленько эти направляющие подрезать. Укоротить, в смысле. Тогда влезет. И это. Так, не нашел я ничего. Как только больше. Сточу сколько можно. Сюда втулку пришлось, вон аж какую. Медную, 2,5. Толщиной гнуть. Шаг 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пытается раздельно. Провод взял 0,75, родной был 0,7. Мотается от себя в эту сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10. Разделим. В самом конце потом намотаем еще 10. Теперь симметрично с этой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это вот. Это начало короткое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Длинный конец везде. Начало короткое, длинный конец. Вот, вот. Загибаем. Теперь симметрично с этой стороны. Это тоже надо примять. Теперь будет видно, влезет, не влезет. Шаг опять 1,8.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот в этом пазу теперь 40 виточков проводников. 4 раза по 10. И в нем уже ничего не будет. Его можно было бы закрыть, но проводу деваться некуда, он тут потом залятся, потрется. Ну, если посмотреть, то должна войти, в смысле должен закрыться. Симметрично мотается остальное все. И так до самого конца. В конце включу. Так, теперь вот это самое начало. Шаг 1-8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это мы начинали в самом начале, без отвода. Теперь еще 10 виточков. Короткое начало. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять. Теперь точно так же, симметрично с другой стороны. С этой. Нужно подтрамбовать все пазы и отрезать лишний пришпан, так чтобы потом закрыть. Задавил коммутатор коллектор. Это длинное. Вот оно. Вот это вот. Это отвод. Он на вторую, если считать от этой. Это короткое. На первую. Сейчас эту сюда положим, вложим, распутаем эту, вот эту, длинную отсюда соединим с этой короткой, рядышком, отвод рядышком. И пока уложил, обвязал, кусать теперь надо, аккуратно, это, однако, коротковато, надо было пропилить побольше, конечно.
Коротышей нет. Готово для пропитки. Готовлю смолу. Пролил два раза, обошел. Через несколько минут, пока горячий, он сейчас горячий, градусов 100. Ту сторону возле коллектора, которая. Смола задубела. Почищу сейчас. Поставлю подшипник и буду протачивать. Терпимо. Проточил. Сегодня новая фреза, прислали мне тут. Это, однако, получше. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Пока на вид получше того же. Во-первых, у него диаметр поменьше. Значительно, чем у тех. Не переживаю я, что в эту сторону залезет. И включила теперь в эту сторону режет. Поглядим, что из этого выйдет. Прорезал. Это все-таки вроде как получше. Погляди. Проверил. Он метром сейчас потычу еще. Баланс. Слева. Классическая. Хорошие обороты 32 Гц. В районе 3000, по-моему, если я правильно считаю. 22 милливольта, правая. 10 милливольт. Начинаем с большего. Сюда надо, ну, на таких милливольтах. Уже даже не 2, а 3, наверное, магнита нужно. Да что-то не меньше. Не в том месте, что ли? Короче говоря, нужно подобрать. Здесь вот сколько. Здесь вот сколько. Right. Правая. Левая. Это все хорошо. С этой стороны нужно выбирать. А с этой стороны здесь выбирать отрезным камешком простым. Я это делаю. Все, хватит. Доел. 1-2 милливольта. Левая. Даже 0. Правая. 1-2. Ну, он тут целую канаву продрал. И тут тоже. Собрал. Видишь, там он даже покусал. Терло. На щетке тут надо укорачивать. Потому что эти будут цеплять.
не будут. В общем, две руки надо.